Так, типа, мы же на лифте в прошлый раз приехали. Наверное, наверх надо подниматься, да? Да. Так. В общем, все в шоке. Ладно. Ну, судя по шторам, мы на поверхности. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Комплекс на поверхности. Так. Это запасной выход был. Вот так вот, вот так вот. Злой баклажан. Шкварчит, жрет клубнику и вообще ведет себя непристойно. Надеюсь, мне не придется с ним биться. Потому как баклажаны я уважаю и не хочу. Тут же целый Валерий Меладзе нам поет. Я по жизни злой баклажан, рожится со слезами от радости. Черт, пчелы! Чем это они занимаются? Производит ремонт разбитых роботов. А я куда полетел-то? Занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. Я вот эту обзорную экскурсию ни хрена не понял. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Я, конечно, понимаю, они хотели как лучше, но выглядит это странно. Типа я вот только что смотрел и вдруг полетел куда-то. Так, ладно, что пишут? В общем, надо избегать этих саглядатаев, ромашек. А если вот так? А так тоже хорошо. Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что замечают? В настоящий момент информация с камер наблюдения поступает непосредственно на гриф. Гриф — это воздушный узел управления роботами. Я в курсе. Что сделает гриф, если я попаду в камеру? Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. Если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Они их чинят! Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Просто в комплексе достаточно было 3 пчелы убить, чтобы они перестали что-либо чинить.
А здесь так же или нет? Кажется, они тут вообще бесконечные. Ну, сейчас я третью, вот здесь третью сейчас убью. Если прилетит четвертая, значит бесполезно. Опа, она какая-то стала пуля непробиваемая. Не, это бесполезно. Придется по стелсу проходить. Может, вон ту убить. Как самую вредоносную. Ну, ее сейчас починит. Ко мне бежит такой, блядь, расторопный. Красные вроде не восстанавливаются. Или я просто труп не могу найти? Сука. Так-так. Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешкова. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Ну, хоть кто-то здесь не питается, Диамбль. И на том спасибо. Да, блин, не то нажал. Чё там за снайперка меня долбит? Сука, кончились патроны. Ох, передышка. О, сгуха! Сгуха! Что дает сгуха-то? Давайте все-таки посмотрим на релизе, что она дает. О, карта появилась. Ребята, это появилась карта. Она даже 3D. Жнец. А где на дуде игрец? Ладно, с карты попозже разберемся. В инвентарь. Сгуха. На некоторое время, вот, они поправили описалово, потому что то описалово было странным. Ну, то есть это такой временный баф. Сила и здоровье увеличивается. Окей. Буду иметь в виду, что у меня есть такая ценная тема.
Сгуха дает силу Александра Невского. Ах, если бы. А это он разве Сгуху жрал? Я по поводу Сгухи только один мимас помню из этого, из... Господи... Из «Курьера», там, где в конце уже фильма рассказывал один отец о том, как его сын банку протыкал пальцем и пил ее из целиком. Вот единственный мем, который я помню про Сгуху из Советского Союза. Воруют. Ну что тут можно сказать? Просто воруют. Привет, а ты что тут делаешь? Странно, что после починки из него ничего не залутить. Ёп, еще и куры нападают, ты прикинь. Коровы-то хоть не нападают. Так куры тут жрут людей же. Ну это вот я думал, какая-то особенная кура-людоедка была. А тут, видишь, обычные куры. В общем, садами и огородами будем пробираться, потому что по прямой меня глушат какими-то снарядами непонятными. По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Крас. Ее можно обойти. Кто там в сортире сидит? Вовчик, прикинь, в сортире сидит. Что, Шпунди, не любишь, а? Че он там забыл? Давай, покажи, на что ты способен. Там меня обстреливают из каких-то гаубиц. Я же вот оттуда вышел, да? Или откуда я вышел? А куда мне идти-то, блин? Ебаный пиздец. Что-то роботов набралось. Мы обнаружены противником. Вероятно, скоро врагов станет больше. Я так сдохну.
Оу, я какой-то калашников взял. А это чертеж всего лишь. Кстати, сегодня игра обновилась, я скачал патч на 12 гигабайт. Почитал, что там изменили, ну там достаточно бодренько так они запатчили некоторые баги, с которыми мы еще по факту даже не встречались, кстати. И это очень хорошо. А знаете, что плохо? Плохо, что точек сохранения я тут не вижу вообще практически нигде. А, блядь! Да, я этого ожидал. Тупи, шкафов не видно. Шкафов? Ну как? Столы есть вместо шкафов. Какое устройство Валан? О чем вообще речь? То есть я сейчас этот замок не открою без этой сбитой ромашки? Ворота заперты через общую систему безопасности. Нужно получить доступ к системе. Единственный вариант добиться этого — как-то подключиться к камерам наблюдения. К сожалению, у меня таких возможностей нет. Для подключения к камерам существует специальное устройство — SDK-2, Валан. Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики. Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно имеющимся данным, устройство с таким названием есть в данной деревне совершенно точно. Я улавливаю его сигнал. Используйте сканер, чтобы определить его местоположение. Да вон оно. А как мне туда попасть-то? Я думал, как-то сложнее будет. Это и есть устройство взлома системы безопасности. Взломать эту систему не так-то просто. Слушай, Вань, я под конец вахты начал с помощью световой азбуки общаться со смотрителем маяка на той стороне озера. Видишь, стоит. Анива называется. Подумал, ему там, наверное, одиноко. Ладно, я тут на станции работаю, тут деревушка, люди радушные. Ловил под землей, опять же. А его же вместе с самим маяком привезли с Сахалина. Сколько тысяч километров? 2. Представляешь, он там на море жил, кораблям сигналы давал, а теперь здесь стоит. Ему должно быть тоскливо. Короче, просьба у меня. Пообщайся с ним тоже иногда, ладно? Ну все, пост сдал, пост принял. Удачи.
Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Куда торопишься, внучок? Баб Зина, ты что ли? Не забыл старуху-то? Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять подручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. И валан взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записаны где-то. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Ну ты даешь, мать. Уже иду. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду.